Так, продолжаем гулять по Риге. Это улица Элизабет. И здесь находятся основные здания с таким интересным стилем Art Nouveau. Здесь друзья мои, Оксана, Олег. Они решили появиться в моем видео. По-русски это как? Art Nouveau. Как они его? Не знаю, в общем, ладно, по-английски его называют Art Nouveau. Здесь в основном посольство находится. Okay, this is street, Elizabeth Street, where you can find buildings have this interesting style. Art Nouveau called. So it's all embassy style. Very nice and pretty buildings. Contrast World Trade Center, Soviet architecture. Oh, no. Так, это я тут вот успею заснять. Это, наверное, старый трамвай Риги, я не знаю, как мне показалось. Потому что сейчас все такие они новенькие. Не знаю, считается это старый или не старый, но не такой, как там. Не такие трамваи, как там видели. Так. В центре, да. Ну, это мы в центре. Просто это здесь вот кольцо какое-то, трамвая номер 7. Так, ну это я нахожусь вот здесь на улице Элизабет, как раз где находятся вот эти здания в основном. Nouveau. Все никак я не знаю на русском, как оно называется. Дизайны Nouveau. Новия. Это вот улица Элизабет, а еще вот рядом, здесь не рядом, она как пересекает улицу, тоже на ней. Аусекла. Да, тоже здесь есть архитектура. Nouveau. Вот это зданица я видела, решила подойти поближе, подзаснять. Так, здесь на этой стороне у нас ничего такого особенного, а вот на этой стороне как раз одно из зданий тоже. Вот считается в таком стиле. Очень много здесь в Риге зданий. Так, не знаю, будет там еще что у нас дальше или нет. Стоит идти, не стоит туда. Друзья, продолжаю вас знакомить и себя, в том числе знакомить с этим новым Art Nouveau, новое искусство, да, архитектура такой, Art Nouveau это называется. Вот я завернула по улице Элизабет на улицу Стрелинейкю и нашла вот здесь вот такие красивые здания тоже в этом стиле, очень красиво. Вот это все этот стиль Art Nouveau.
Okay, my friends, so I turned from Elizabeth Street to Street Strelniku, Biela, and found these two pretty buildings, which are still in this Art Nouveau. It's all the same design, which is Riga famous for this art design, Nouveau. So, introducing you and myself to this type of design. Look at these pretty buildings. Итак, дальше я сейчас заверну. Это еще одна улица, на которой есть очень красивые экземпляры этого искусства. Это будет улица у нас Альберта. Детальки. Думаю, это улица Альберта. Вот это улица Альберта. Okay, I'm walking to the next street. It's Alberta Street, where we have more buildings in this style. Beautiful buildings. Okay, I'm on one side. I think I need to walk on the other side. Just see what you can see from here. Сейчас я приближе посмотрим, что у нас здесь тоже. Здание в этом стиле. Красиво отделано. Так, это у меня на той стороне. It's one side. Side, just to see what's on this side. Okay, I think this is it. So this street, I guess this is it, yeah. Ну что ж, я думаю, вот и все. На этом закончилось наше знакомство с этим видом архитектуры. И ну все, спасибо за то, что смотрели. Всем пока. Okay, I think now I'm gonna finish my videos about this new Art Nouveau, and well, thank you for watching, and goodbye!